Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Volvo XC70. Ну что, левая сторона в норме, немного помят капот, проблема только в том, что он алюминий. Ну, попробуем подровнять. Крыло замена, дверь тоже буду менять. Итак, устанавливаю на стенд и разбираю. Перед я разобрал, и первым делом делаю измерение лонжеронов по диагонали, по длине. Основной удар пришелся в эту часть лонжерона, поэтому не совпадает крепление подрамника и лонжерона. И для начала я осверлю наружную часть, чтобы забраться вовнутрь. Итак, удалил поврежденную часть. Сейчас мне все стало видно. Вот крепление подрамника, то есть куда вход болт, надо потянуть вперед и немного вправо. Чтобы не вырвало, обвариваю его вокруг к лонжерону. Также приварил кусок цепи, за это я тоже буду тянуть. В общем, равняем лонжерон, тянем во все стороны, куда только можно. Ну что, лонжерон как бы в порядке, сейчас равняю верхнюю часть лонжерона, на чем лежит крыло. Примеряю телевизор, прикручиваю, и теперь я вижу, что правая сторона немного не подходит, надо ее подтянуть вправо, что я и делаю. Ну, сейчас вроде бы все нормально, сделаю еще лишние измерения, много их не бывает, вроде все ровно. Теперь равняю
удаленные поврежденные части лонжерона, подравниваю то, что на машине, и затем все свариваю до кучи. Ну что, правый лонжерон я как бы закончил. Теперь приступаю к ремонту правой передней стойки. Сначала снимаю дверь, что получается не очень, так как петли согнуты. Но все-таки у меня получилось ее снять. И теперь я за те же петли вытягиваю саму стойку. Вытягиваю петли, примеряю целую дверь. Примеряю, если что не подходит, то подбиваю. То есть петли, так как они приварены, то только таким образом. Еще раз примеряю. Ну, сейчас вроде бы все хорошо, зазор одинаковый. Теперь можно снимать дверь и отравнять верхний металл передней стойки. Равняю я при помощи споттера. Ну что, переднюю стойку я тоже закончил. Теперь можно примерять остальные детали, но сначала я решил покрасить сам лонжерон, чтобы потом мне не разбирать все обратно. Покрасил, и теперь могу примерять все двери, крылья, телевизор и все остальное. Крылышко тоже привели не идеальное, привезли. Зазор никакой. Приходится подравнивать крыло. С крылом я закончил. Теперь примеряю телевизор. И снова измеряю. Теперь мне надо подровнять капот. Капот алюминиевый, поэтому буду равнять при помощи резинового молотка и деревянной доски. Доска идет как упор. Капот подровнял, теперь корректирую телевизор, надо чуть подтянуть, и затем прикручиваю все остальные детали переда.
Ну что, друзья, морда собрана, и на этом работа с металлом закончена. Разбираю и отдаю машину на покраску. Ну что, машина покрашена. Собираю ее. Работа с кузовом закончена. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!